В майские праздники почтовые отделения курорта изменят график работы. 1 и 9 мая станут выходными днями. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения на всей территории края закроются на час раньше. 2 мая отделения почты в Анапе будут работать по обычному графику. 3 мая клиентов будут обслуживать по графику субботы, а 10 мая по режиму работы воскресенья. С 4 по 7 мая все почтовые отделения города-курорта будут работать в обычном режиме. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – магазин «Фермерские деликатесы» по адресу улица Крымская, 177. Здесь каждый, даже самый искушенный гурман, найдет себе что-то по вкусу. Порадуй себя и своих близких настоящими деликатесами. Белорыбица, чавыча, палтус, нерка, морские и мясные деликатесы, сыры и, конечно, вкуснейшее украшение праздничного стола – красная и черная икра. Все это вы найдете в магазине «Фермерские деликатесы». Деликатесы по адресу улица Крымская, 177. Здесь каждый, даже самый искушенный гурман, найдет себе что-то по вкусу.